Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео мы посмотрим цену на аккумуляторный шуруповерт Васаи 12 вольт, 3 комплекта поставки из AliExpress. Заходим на сайт «Пояс ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цены». Цены актуальны на 2 февраля 2019 года. Разброс цены, да, цена в долларах и разброс очень, так сказать, от 24 долларов 79 центов до 40 долларов 7 центов. Бесплатная доставка в Россию. Но мы сделаем, вот видите, и здесь нету никаких поставок в Россию. Нажмем на Китай, вот только из Китая можно получить 3 комплекта. Но в России бесплатная все равно. Итак, первая комплектация у нас идет. 12-вольтовая батарея, 1,3 ампер-часа и цена 24,79. Теперь возьмем вторую комплектацию. Батарея, ну все то же самое. А, две батареи, да. Вот две батареи получается. 32 доллара 33 цента. Ну вот, пожалуйста. А вот такая комплектация с двумя батареями и просто кейс. И 40 долларов 7 центов. Ну вот я перед этим там записал ролик, и там цена на шуруповерт очень была такая солидная. То есть для домашних мастеров как бы это многовато, я считаю. А вот такой инструмент, это в принципе за такие деньги отлично, только выбирай еще себе, допустим, можешь заказать без кейса, дешевле еще будет, но это дело каждого, так что думайте. И сейчас мы посмотрим доставку, цену за доставку в другие регионы, то есть в Россию это бесплатно получается, а другие регионы молчат. Ага, есть. Появилась наконец-то. Так, смотрим. Белорусы. Так, бесплатно. Казахстан. Казахстан бесплатно. И Украина бесплатно. Ну вот. Те цифры, которые я озвучивал перед этим, вот для всех регионов такая цена. Так что вот такой гаджет. Да, многие скажут, там, допустим, 12-вольтовый, но вот по своему опыту знаю, для квартиры, то даже и для дачи хватит с головой. Но, естественно, чем больше вольтажа, тем лучше, правильно? Ну вот и цена ж приемлемая. Вы были на канале «Пояс ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.